как это ковровой дорожкой все? Как это уничтожить все? Я еще посмотрела пропагандист, какая-то женщина такая странная. Она говорит, что окружить всю Курскую область и ковровой дорожкой все. Там, в этой Курской области, женщины, находится больше мирных жителей, чем военных из Украины. Как это все? Ваше оружие такое волшебное, такое, она как глазом смотрит, так, русский паспорт, лечу мимо, так? Как это все? У вас выехало там, по-моему, 120 тысяч, а 900 тысяч осталось. И в это время, пока украинцы, украинские войска ходят, они же кормят ваших. У вас же все как бы... Вы не позаботились о своих мирных. Вы их не всех вывезли. Вы каждого десятого вывезли. Каждого десятого. Причем, я думаю, он даже сам выехал. Или бежал так. Схватил там какого-нибудь ребенка и побежал. А, наверное, даже без ребенка, да? Скажите, кто выехал? Наверное, просто такие вот 30-40 лет, да? Ну так вот, эта женщина, которая хочет уничтожить ковровой, то есть она уничтожает мирные жители. А как же так бомбили Донецк, бомбили Донбасс? Вы что, вы теперь как будете освобождать Курскую область, если там живут мирные жители?